В Мужичи сегодня стартовал Всероссийский форум добровольчества поколения 18-35. Это масштабное событие объединяет активную молодежь со всей России. На слете добровольцев поднимают актуальные вопросы волонтерства и разрабатывают новые стратегии для развития движения. Участников ждет насыщенная программа, образовательные тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов, культурные и спортивные мероприятия. Проект реализуется по программе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Образование». Продлится форум до 7 сентября. Данный форум собирает в себе 175 участников со всех регионов страны, включая Белгород, Ростов, ДНР, Хабаровск. В рамках данного форума мы планируем проведение крутых образовательных площадок, тренингов и мастер-классов. Наш форум был поддержан и главой республики, и правительством, и в том числе, само собой, министром по делам молодежи республики Ингушетия. При поддержке данных лиц у нас получается реализовывать не только такие мероприятия, но и все мероприятия, проводящиеся на территории республики. Я думаю, это не последний форум и не первый. В дальнейшем будем реализовывать и продвигать данную деятельность в более крупные масштабные реализации.